Да. Надо создавать условия, чтобы было всегда хорошо. Ага. Ну да, если нехорошо наедине с самой собой, то точно нигде хорошо не будет. Так, ну давайте. Значит, что у нас сегодня? У нас сегодня с вами будет тренировочная, возможно, мы ее как-то повторим. Это не то, что неправильно или еще что-то, потому что вы в любом случае будете проводить это как-то по-своему. Это вот именно на то, на что я давлю акцент. Вот уже из моей 10-летней практики, да, есть какие-то... Но есть, скажем так, такие какие-то общие закономерности, на которые реально нужно обращать внимание для того, чтобы просто это было все быстрее, для того, чтобы и люди быстрее результат получали, для того, чтобы вам было интереснее работать, потому что когда у людей результата нет, как правило, мы как специалисты, мы выгораем, мы перегораем, мы начинаем сомневаться в себе, и вот эта вся история поднимается. Поэтому когда вы... сами получаете результат, когда вы сами видите эту динамику, когда клиент ваш видит динамику, все это гораздо в разы быстрее. На начальном этапе важно ее выводить. Вот она тебе когда начала говорить, она говорит, у меня нос не дышит, вот я чувствую, как не вдыхаю жизнь. И вот это ты должна ее раскручивать. Вот она должна понимать, что ей надо. А ты уже пошла в терапию сразу. То есть ты уже все пошла, у тебя симптом есть, и ты уже его пошла лечить. А она куда вы, то есть как вы вообще поймете то, что вы дошли? Ну да, я думала, критерий это заложенность носа. Да. Ну, нет, нет. Да, нет. А я про себя думала, но ну, я же сформировала для себя запрос. Единственное, да, что я его забыла озвучить. Вот. И тут важно просто понимать, что. Да, каждый куда-то идет. Ты же озвучил, что у меня заложен нос, да, он как тебе мешает, да, вот. Не могу вдохнуть жизнь. Да, но мы никогда не работаем с тем, что заложен нос. Да. Да, мы всегда работаем с каким-то позитивным намерением, потому что нам важно исцеление. Исцеление у нас там, где в поле человек чувствует себя качественно иначе. И вот ты ее потихонечку начинаешь выводить именно в то, что... И еще момент, да, она тебе сказала лет 30 назад. Это конкретика, да, которую сообщает. Да, еще не дошла, да. Вот туда я, а вот ты до нее как раз... Ты как до нее не дошла, потому что запроса нет. Потому что если есть конкретный запрос, ты сразу идешь туда, а что там случилось, что вот начало вот это не давать, да, потому что если она там хочет свободную жизнь, реализацию, или ты уже понимаешь, дыхание это всегда ограничение. Но ограничений у нас может быть масса. В деньгах, в отношениях, личных границах, самореализации, ну вот в чем угодно. И вот когда ты. Понимаешь запрос, и когда ты понимаешь, вот она себе сама назвала примерную дату, то ты уже быстро достаточно проводишь сессию именно по этому запросу. Ты как терапевт, ты ведешь человека, и ты ему вот, ты его слушаешь, да, и ты их слушаешь, кстати, хорошо, с этим все вопросов нет. Смотрите, вы можете проводить так, как вы проводите, это все хорошо, это все как бы классно. Я даю такие рекомендации, которые будут экономить ваше время, вот, я только вот за это, адаптация, да, потому что сейчас время такой ресурс, с которым мы все куда-то носимся, и, конечно же, нам хочется, и клиенты хотят в короткие сроки решать свои вопросы. Поэтому некоторые хотят поговорить. Может быть, у вас будут такие, которые хотят поговорить. Может быть, я немножко проецирую как бы свое, да, свою динамику жизни. В любом случае, я это выдам, чтобы мне быть с собой самой свободной такой, да. Мне надо это высказать. Вот она начала говорить, и смотрите, клиент – это как вот вы заходите в библиотеку, там можно найти абсолютно все. Там клиент не ориентируется, а вы можете найти абсолютно все. Но вам нужно уметь понимать, что человек начинает плавать, да? То есть чем более вы человека познакомите с самим собой, тем больше результата у него будет. Вот она начинает говорить, да, что у меня и тут, и тут, и тут, и тут, и тут есть. Ты говоришь, классно. И либо выводишь ее на самый сильный симптом, потому что она опять тебе назвала несколько. То есть либо ты говоришь, а что самое сильное? Ты ее опять в ощущение повела. Не веди пока в ощущение. Может быть, вы на самом деле так и будете работать, да? То есть просто смотрите на эффективность ваших сессий, насколько обратная связь от клиентов. И она вот на тебе начинает говорить. Я когда к терапевту прихожу, я, как правило, не знаю, потому что если бы я знала конкретику, я бы к нему не шла.
Ну, то есть я же знаю, у меня 10 лет стажа, там у меня куча всяких разных этого. Я захожу к психологу, почему? Потому что мне надо, чтобы она мне показала карту, по которой мне надо пройти. Что? Нам нужно эмоции поймать, да? То есть вот это про отношения для тебя, или это просто все-таки свобода там передвигаться где-то, или это твоя самореализация, когда ты себя будешь чувствовать как рыба в воде, например, да, в воздухе, а вот ты пока сейчас там где-то жаберки свои перекрыла. Или вот про что это для тебя? Либо вот это заход следующий, либо У меня ты... каша. У меня каша из всего этого. Вот. И вот тут уже можешь совмещать. То есть, ну, то есть 30 лет назад ей было 18. Где-то там, скорее всего, с отношениями вопросы какие-то. И вот, и это еще нос, когда у нас нос, да, это же чувство, да, то есть мы же вдыхаем вот это все, мы же наслаждаемся, это где-то про секс, это где-то про воздыхание какие-то, это про какую-то близость там, вот, потому что, ну, гайморит это там как другая история, там уже тяжело немножко между бровей, там голова болит чаще. А если просто отечность, это я себе где-то не даю делать чего-то. Я себя ограничиваю, потому что либо стыдно, либо страшно. Из того, что Алена сказала, я поняла, да, что это, вот, блин, прямо когда Алена говорила, мне прямо это откликнулось. Да. Вот, и как раз эти 18 лет, на самом деле, да, у меня там... Вот смотрите, вы сейчас потом вдвоем позанимаетесь, потому что мы попали в то, что нужно. Вот когда вы находите у человека эмоции, все это просто 50% вашей результативности. Мы за свою жизнь очень хорошо учимся защищаться. Вам нужно это просто понимать. Мы все в скафандрах ходим, мы просто все ходим в доспехах. Мы бронелобы, мы броненосцы. Нам нужно адаптироваться к этой жизни. И все наши болезни – это подавленные чувства. Всегда про чувства. Всегда. И в психосоматике самое основное – нужно найти эмоции клиента. Именно попасть вот туда, где он тебе уже просто начнет не просто сухо отвечать, а его понесло. Вот его просто начинает, он говорит, да, вот тут, вот это. Потому что если она это проживет, симптом начнет рассасываться. То есть у нее просто фаза исцеления, восстановления пойдет, нос еще по какое-то время будет, но это все восстановится. Да, это можно делать. Это вообще, в принципе, самостоятельный такой может быть инструмент, только тут нужно смотреть, как это влияет на клиента. Потому что некоторые в такой фазе недоверия, что как бы ты им там Не любую сказку приносишь, говоришь, да. да, они говорят, нет, все равно, все плохо и все. Ну, то есть сохраняется просто симптом, дело тоже. Это вот как раз мы смотрим на ощущения, да, насколько клиент ему полегчало, его отпустило, он улыбается, лицо расслабилось, там сопли потекли, все, но он при этом довольный. Либо наоборот раздражение какое-то поднялось, либо вот им смотришь на то, как это все. В Выходит, да, общем, выходим, запись эту я сброшу в чате, а вы уже вдвоем там просто. Алена, спасибо огромное, прям попали во все вот точечки, я прям почувствовала все. Да, вот это, ну, это Да, важно как раз. спасибо, Недельки через две, давайте договаривайтесь в чате, кто еще будет, недельки через две сделаем примерно то же самое.